Руководство Росгосцирка теперь может спать спокойно. Судебные приставы взыскали с учреждения задолженность в размере 830 тысяч рублей. Оказалось, что цирк не заплатил за услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранных установок, ремонту системы пожарной сигнализации и оповещения людей. Кроме того, были не погашены проценты за пользование чужими средствами и не оплачены судебные расходы. Судебным приставам были применены меры принудительного взыскания. Вынесено было постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в размере 60 тысяч рублей. И дальше вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, которое в дальнейшем направлено в банковскую организацию для исполнения. В результате предпринятых мер принудительного характера сумма задолженности и сумма исполнительского сбора были погашены в полном объеме.